Предприниматели уже сейчас могут подать заявку на участие в конкурсе «Рейтинги российских организаций индустрии детских товаров сделано для детства». Его организатором выступает Министерство промышленности и торговли Российской Федерации. Заместитель главы муниципалитета Павел Кондратский подчеркнул, что мероприятие призвано поддержать отечественных производителей детских товаров. Принять участие в конкурсе может любая российская организация. Участие в конкурсе бесплатное.